вы на канале Белое Крыло. Сегодня мы будем резать эти игрушки. И так как сегодня их три, поэтому видео получится коротким. Какого мы резать первым? Вот это вот. Курицу. Вот это вот. Курицу. Так, ее пакет. Так. О, боже. Так неожиданно это было. Так, там ничего нету внутри. Вот. Только вот этот свет от его отводит. О, вот. Полиция. Так, здесь. И он падает. Курица сдувается. И следующий, наверное, я оставлю. Вот этот, этот. А это напоследок. Джилейку. Вот эта штука там. Надеюсь, наверное, это мука. Вот смотрите. Это что-то мука. Нет, это не мука. Блин. О, я порвала. А теперь вот эта вот штука. Там был антистресс такой, если вы знаете, некоторые делают. Сейчас посмотрим. Я уверена, что там бизон какой-то. Вот это бизон. Такой класс. Так, надо прорезать, чтобы увидеть тот бизон. Ай. Ого, сколько здесь лизуна. Вот сколько лизуна. И он еще липкий. Здесь очень много лизуна. Вот, вывернула шар. Какая-то емкость. Что? Что если я ее открою? Я взял из нее. Ну и так как это видео закончилось, если вы хотите, чтобы я еще это видео сняла, то тогда пишите в комментариях там внизу. Надеюсь, вы все знаете, что такое комментарий. Напишите внизу, хотим еще. Я сделаю еще, но только не сразу, потому что у меня ж надо еще будет искать некоторые игрушки. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Белое Крыло. Всем пока. До свидания.